Свердловской области продолжается снижение заболеваемости ОРВИ. С 28 февраля по 6 марта зарегистрировано 38 138 случаев инфекции. Это на 12% ниже уровня прошлой недели. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей до 2 лет. Семьи с детьми получат новые выплаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Первые выплаты поступят в мае, их размер пока не уточняется. «Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Подчеркну, для всех семей с невысокими доходами. Поддержать их», – сказал глава государства. 359 новых случаев заболеваний COVID-19 зарегистрировано в Первоуральске за 4 дня с 6 по 9 марта. В Свердловской области за сутки официально подтверждено 2555 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован 4681 случай. Прием для работников ПНТЗ проведут прокурор и сотрудники администрации. Встреча пройдет в пятницу 11 марта в режиме видеосвязи. С 14 до 16 часов желающих ждут в административном корпусе по адресу улица Торговая.